У меня есть своя техника, как делать твист на руках и на локтях. Сейчас я вам это продемонстрирую. Начнем с твиста на руках. Есть 5 шагов. Вот. Первый шаг — это, конечно же, стоечка на руках. Вот, значит, стоим мы на руках. И желательно, чтобы у вас коленочки были к животу. Вот. И если вы ходите вперед, назад, в бок и в другой бок, это прекрасно. Вот. Если стоите на месте, то. Пока вы не освоили первый шаг, ко второму, соответственно, не переходим. Ладно, второй шаг. Мы просто ходим по кругу. Мы встали, мы не падаем, ходим по кругу. Каждый шаг должен быть равномерен, одинаков. Вот, право одинаково, лево одинаково, право одинаково, лево одинаково. Вот. Коленочки держим в животу. Все. Вот и второй шажок. Третий шаг. Мы перешагиваем рукой через голову. Мы делаем все так же, просто рука у нас идет через голову. Тело мы не наклоняем. Все то же самое. Вот. Встали, мы пошли по кругу. И рука ставится через голову. Четвертый шаг. Нам нужен прыжок. Но мы не будем прыгать с одного места на другое. Мы будем перешагивать. И смотрите, я уже нахожусь здесь. То есть я могу сделать шаг, чтобы перейти сюда. Но я еще и допрыгну, чтобы сделать эффект. Нам нужен просто эффект. Нам не нужно прыгать отсюда туда. Я уже сделал шаг, но я допрыгну, чтобы сделать эффект. Вот. Показываю. Стоим. Пошли по кругу. Перешагиваем. Теперь эффект. Пятый шаг. Мы просто открываемся. И кто хочет, может выпрямить ножки. Покажу как. Встаем на ручки, ходим по кругу, коленочки к животу, перешагиваем, прыжочек, открываемся. Это была моя техника твиста на руках. Вот. Она очень легкая. Буду рад, если вы ей воспользуетесь. А теперь переходим к твисту на локтях. Поехали. 5 шагов. Первый шаг. Нужно научиться стоять на фрезах. То же самое. С коленками к животу. На одном локте. На другом локте. И нам понадобится вот такой фриз. В нем тоже нужно стоять. Вот. Если вы делаете в правую сторону, то этот фриз вы делаете с левым локтем сзади. Второй шажок. Нужно просто совместить эти фризы вместе. Смотрим. Сначала делаем мы это на коленочках. Вот. Начинаем так. Потом левая ручка у нас должна идти сюда, правильно? Вот. Но она не идет туда. Она идет сюда. Да-да. Правая у нас идет сюда. Смена локтя, второй оборот. Аналогично. Пум, пам, перешли. Пум, пам, перешли. Вот, потом отмотайте, посмотрите. Да. Показываю второй шаг. Стоим, переходим. Пум, пум. Вот. Показываю второй шаг. Стоим и переходим. Третий шаг. Просто, когда соединяем локти, голова у нас идет
под себя. Пробуем. Встали, перешли, бум-пам. Теперь с головой. Бум-пам. То есть, когда голова идет под себя, вы соединяете локти. Потом, когда продолжаете, голова встает на место. Вот. То есть только, когда вы соединяете локти, голова у вас... Четвертый шаг. Вам нужен прыжок, но так же, как и на твисте на руках, вы будете прыгать не туда, а вы уже там, но вы прыгаете для эффекта. Вот. То есть, смотрите, я ставлю локоть, например, остался 1 сантиметр до пола, но я все же прыгаю, чтобы сделать эффект. Показываю. Переходим с головой и теперь с прыжком. Пятый шаг. Мы просто открываемся постепенно. И все. И кто хочет, выпрямляет ножички. Ну все, погнали, я показываю пятый шаг. Просто открываемся. Так, вот мы переходим, да? И прыгаем. И потом открываемся. Все больше и больше. Спасибо всем, кто смотрел. Это были мои советы, как делать твист на локтях на руках. Break advice. Брюс Алмайти, Моментум, Португалия. Мир. Not recognize. Not recognize.